номер 206. Ага. Да, мы уже собрали вот за два дня более 200 подписей от жителей. Более 200 подписей и 170 обращений в различные контролирующие органы. Жители микрорайона Восточный в Звенигороде бьют тревогу. На песчаном карьере неподалеку начались работы. Вы видите рельеф, который остался, да? Вот так же это будет возмещено назад. И то есть полностью вот этот рельеф будет восстановлен в полную планировку, как это было до того, когда забрали песок. Земли сельскохозяйственного назначения нужно приводить в порядок. В этом жители микрорайона не сомневаются. Опасения вызывает технология. Ведь от карьеры до Москвы-реки, жилого массива и особо охраняемой природной территории Можжинский овраг менее километра. А до социально значимого объекта спортивного комплекса «Звезда» и вовсе считанные метры. Ну, у меня опасения, то, что это будет полигон мусора. Потому что как бы есть два направления: либо рекультивация земель, либо полигон захоронения мусора. Мы опасаемся, что это может быть полигон для захоронения мусора строительного и бытового, радиоактивного. Представитель организации, ведущей работы, уверяет, речь о мусоре не идет. Рекультивация будет проводиться отходами 4 и 5 классов опасности. Это грунты и строительные отходы, в том числе от московской реновации. При приеме грунтов обязательное присутствие – это контроль, радиоактивный контроль. Это контроль каждой машины. Ну и мониторинг окружающей среды, значит, здесь будет проводиться постоянно. С отчетами, с отборами проб, воздуха, ну и так далее, со всеми вот экологическими требованиями. Нас устроил бы наш какой-то грунт, который вот взяли с нашего города, да, взяли там с близлежащих, там с Кубинки, еще где-то, проверили, его сюда перенаправили, да, понимаю, что карьер нужно засыпать, согласна с вами, да, нужно его дополнить, но не каким-то привозным мусором с Москвы. Лицензия и проект рекультивации, необходимые документы на объекте есть, а вот ордер на проведение земляных работ от администрации Одинцовского округа отсутствует. Без него на карьере делать нечего. Нами был осуществлен выезд. Было установлено, что компания ООО «Полигон ПГС» осуществляет земляные работы по рекультивации карьера в отсутствие ордера на земляные работы. Эти работы были остановлены. После этого нами была проведена встреча с инициативной группой граждан. В ближайшее время мы планируем провести повторную встречу с инициативной группой, собственником земельного участка и представителями компании ООО «Полигон ПГС» для того, чтобы определить условия и порядок работы в соответствии с действующим законодательством. Видеонаблюдение в режиме онлайн и проведение независимой экспертизы. Жители микрорайона Восточный едины в своих требованиях. Представитель субподрядчика уверяет, ему скрывать нечего, поэтому согласен со всеми пунктами. Мы просто нанимаем независимую экспертизу и пойдем этот грунт проверять. А как по-другому? Вы обращаетесь в лабораторию, которая имеет аккредитацию, лицензию на проведение данного вида работ. Пожалуйста, в присутствии, с соблюдением всего регламента, который прописан по отбору проб, отбирайте и делайте независимую экспертизу. Совсем скоро здесь установят камеры видеонаблюдения. Вход для жителей по-прежнему открыт по предварительному согласованию. Все-таки объект опасный. А вот каким образом будет происходить рекультивация отработанного песчаного карьера, предстоит решить в ходе встречи со всеми заинтересованными сторонами, которая запланирована на ближайшее время. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».